Городской житель перемещается по строго запрограммированному маршруту, обозначенному асфальтированными дорогами, лестницами и указателями. Паркур рассматривает стены, заборы и прочие элементы городского ландшафта не как обычные препятствия, а как вызов. Прокладывание новых путей помогает по-другому воспринимать окружающий мир и приносит единение с городским ландшафтом. Если вам не совсем понятно, что такое паркур, то вспомните известный фильм, в котором парни бесстрашно и ловко штурмуют всевозможные препятствия у себя на пути, и все сразу станет на свои места. Цель паркура – быстро и красиво, без вспомогательных средств перемещаться на местности кратчайшим путем. Суть паркура заключается в умении использовать навыки владения своим телом, которые могут найти применение в любой из жизненных ситуаций. Чтобы заниматься паркуром как таковым, специальными какими-то навыками, не надо обладать. То есть паркуром может начать заниматься любой желающий. То есть хоть тебе, 15 лет, хоть тебе 20-30, то есть нет никакой возрастной, то есть нет возрастного ограничения. Эстетическая сторона в паркуре тоже важна. Движения оттачиваются в тренировках до такой степени, что выглядят очень легко и элегантно. Настоящий трейсер передвигается, как текущая вода. Элементы шоу, такие как сальто и акробатические номера, чужды паркуру. Все движения вызваны только необходимостью. Перед трейсером не ставится задача быть лучше других, что свойственно обычным видам спорта. Каждое движение требует идеального исполнения. Деревья, стены, крыши – обыкновенные препятствия трейсера. Крайне важны скорость реакции, умение оценивать обстановку и свои возможности. Вспомогательными элементами для преодоления дистанции могут быть отверстия в стенах, выступы и прочее. Ты приходишь на тренировки и попадаешь в другой мир, где нет твоих проблем. Есть просто препятствия, а ты их постепенно преодолеваешь. И с каждым разом переступать через них становится все легче и легче. Паркур развивает такие навыки, как ловкость, скорость, выносливость, сила сама по себе. Для того, чтобы заниматься паркуром, человеку необходимо развиваться всесторонне. Прежде всего, необходимо познать себя, стремясь создать гармонию между телом и духом. Прекрасным способом воспитания духа является единоборство, где постоянно приходится бороться с психологическим фактором, нарабатывая стремление побеждать. Для развития навыков помогут легкая атлетика, скалолазание и гимнастика. Замыкающим список является медицина. Травмы, да, часто случаются, но не без этого. Для тех, кто практикует паркур достаточное количество времени, открывается много возможностей как для самовыражения, так и для самообороны. И препятствия на пути станут, как ни странно, помощниками. Главное помнить, нет границ, есть лишь препятствия, а любое препятствие можно преодолеть.